Кто что вяжет? Не вяжет балаклаву. Да, да, кто что вяжет? Рассказывайте. Шарф. И очень мягкий, супер. Я буду подсматривать у тебя, потому что я нифига не помню. Еще два цвета, вот этот, а потом будет голубой. Я вижу чепчик. Моя. Я вижу такой же чепчик, как у меня сейчас на голове, но вот этот с ярко выраженной полосой, которая идет полностью по всему чепчику, вот эта штука. А у меня сейчас он будет только вот здесь чуть-чуть, и потом она будет вся уже с, ну, без складок всяких. У меня будет балаклава, четырехцветная получается. У меня два оттенка зеленых. Красный и основной цвет белый. Вот, это будет балаклава. Она была уже полностью связана, но я поняла, что немножко промахнулась с размером. А почему ты вот так набираешь? Почему не на одну набираю? Да, почему? Потому что так петли одинаковые по размеру получается. Короче, лайфхак. Лайфхак очень полезный. Но я не знаю, насколько он полезный с... Хотя, наверное, там тоже полезный. Сделали изделие. Мы там все ниточки подвязываем, все прячем и закидываем это в стиралку. Работает как магия. Оно оттуда вылезает, эти все нитки, они все прячутся там, вот это вот перестает выскакивать. У меня такое было 10 раз, наверное. Ага. Она высушивается, и они разглаживаются магическим образом. Обалдеть. И они прячутся. Так, может, надо шапку постирать просто? Круто, наверное. Но она кривая еще сама по себе, потому что там неправильно все сосчитала. Ну, вот этот вот с этим помочь не могу. Короче, я просто вижу много-много рядов, типа там, рядов. 40. Или я продемонстрирую себя. Блин, как тебе идет этот цвет вообще твой? Под лицо все к лицу. Справедливо. 3 петли зацепляю лицевую, 3 петли зацепляю изнаночную. И типа. Она стягивается. Да, типа получается, она сначала по 3 петель стягивается. Настя стягивается. Да. Вот. 20 петель, стоп. Пробуй, знаешь как, отмечай каждую десятку. Во-первых, либо считай по 2, где-то по 2 петли. Это мне Алена сказала. По 2 петли? Типа, да, типа 2, 4, 6, 8. Я еще больше запутаюсь так. Вы тогда понимаете, каждую десятку... Вот этими штучками. Да, обозначай десятку маркером. Вот у меня не в десятках дело. У меня дело в том, я не помню, что идем после 5. Нет. Американцы хорошо снимают, например, около комедийные жанры. То есть они типа снимают фильм. Это грустная комедия. Почему мелодрама это когда это любовь? Мелодрама, во-первых, когда любовь, во-вторых, когда плачу. По-моему, это различается. Встреча с зрительницами, которую я организовывала через Boosty. И мне так нравится этот формат. Это уже второй раз, когда мы встречаемся прям вживую. В первый раз мы ходили с девчонками в ясли и пили пиво. Тогда было очень классно. Мы разговаривали, наверное, 3 часа, если не больше, вообще без перерыва. Супер было. И я поняла, что хочется повторить этот опыт, хочется зарядиться еще раз энергией, познакомиться с людьми, которые меня смотрят, которым нравится то, что я делаю. Поэтому я организовала еще одну. И вот она прошла сегодня. Ой, как я рада. Еще пришла девочка, которая уже была на моей встрече, с которой мы уже знакомы. Мы с ней переписывались на Бусти. Я же не показала, сейчас покажу. Девочка Анара, которая уже второй раз у меня на встрече, она мне подарила вот это чудо. Я в таком восторге. Я когда это открыла и увидела, я поняла, что я буду носить это вечно. Смотрите, какая красота. И она еще подарила это в таком милом конвертике, который вот так вот и разворачивается. Я вообще
Мне очень нравится. Спасибо большое. Остается на моей шее навечно. И самое классное, что с этим колье у меня связано очень хорошее воспоминание. Я надеюсь, что я буду эти встречи делать гораздо чаще, примерно раз в месяц, потому что это, во-первых, очень классная возможность познакомиться с вами. И, во-вторых, это супер хороший вариант простого человеческого приятного разговора. Встреча была утром, и я теперь весь день вот на этой энергии, на этом бусте. Спасибо всем, кто пришел. Я вас вообще люблю всем сердцем. Аня, Маша, Анара, Эля, Катя. Муа! Я вас люблю. Спасибо большое. Очень приятно было с вами познакомиться. Надеюсь, что мы еще увидимся. Ой, какой хороший день. Сейчас я еще на йогу схожу. Чисто почилю. Как прекрасно жить. Как мне нравится. Еще я хочу показать, в чем я сегодня была. Я, правда, сейчас уже в тапках, но я покажу, в чем. Во-первых, у меня были вот эти невероятные, чудесные сапоги из Зары, которые я нашла на Авито, потому что Зара закрыта, как вы знаете. Дальше, ну, понятное дело, колготки. Винтажная классная юбка, которую я нашла в модном шкафе. Комиссионный магазин на Некрасова. Всем рекомендую туда сходить. Место класс. M-Claw свитер, сумка из Эконики, которую я купила в прошлом году, и она вот ждала осеннего вайба, потому что она чисто осенняя. И вот такое пальто сверху. Это девочка. Эта девочка может себе позволить такое. С вами подкаст «Мы расстались». За микрофонами Никита Савельев и Анастасия Ершова. Семь страхов влюбленности. Как они влияют на нашу жизнь? Что это за страхи? Очевидно, что влюбленность делает нас очень уязвимы. Когда мы влюбляемся, мы же хотим максимально приблизиться к человеку, максимально как-то с ним, хочется сказать, слиться и войти в слияние. Там, конечно, не так много близости. Переходишь в состояние «каждый день бегаю триатлон». Ну или «каждый день у меня утром теннис, вечером плавание, потом, значит, на велосипеде покатаюсь, а перед сном еще в бар схожу и потанцую на барной стойке». После появления Яндекс.Музыки я стала гораздо чаще слушать подкасты и даже могу посоветовать вам парочку. Во-первых, очень рекомендую «Психология» с Александрой Яковлевой. Супер крутые выпуски, в которые приглашают психологов, и они разгоняют и объясняют какие-то штуки, которые происходят в наших головах. А я, как вы знаете, обожаю всю тему психологии, все вот эти вот загоны, незагоны, как с чем бороться, как что прорабатывать. Поэтому это однозначный лайк. Еще мне очень нравится подкаст «Мы расстались». Во-первых, очень прозаично. А во-вторых, мне, как великой и ужасной сплетнице, очень интересно слушать выпуски про отношения других и о том, как они выстраивают свои взаимоотношения, как они расстаются, как они сходятся, как они живут вместе. Опять-таки, с психотерапией, с юмором. Все, как я люблю. Поэтому... конфетка. Еще на самом деле могу посоветовать подкаст «Так вышло», но он уже не выходит, к сожалению. Катя Кронгаус, как же я ее люблю всей душой. Она великая, абсолютно великая женщина. И подкаст «Так вышло» был одним из моих любимых подкастов. И я вообще не могла представить, что будет время, когда я не смогу слушать новые выпуски. И это время настало. Но в любом случае, если вы никогда его не слушали, то я вам очень завидую. Отрывает своего сердца, и все только для вас. Поэтому буду рада, если вы послушаете, и вам понравится. Года два, наверное, слушаю подкаст «Искусство для пацанчиков». Название подкаста говорит само за себя. Рассказы и разговоры об искусстве простым языком и шутками. Что может быть лучше? Вообще, этот подкаст я люблю еще со студенчества. Прям помню, я постоянно слушала новые выпуски в такси и во время выполнения домашних заданий. У студенчества, конечно, было много плюсов, хотя и сейчас их немало. Например, один из них — это бесплатная подписка на Плюс Мульти. В подписку входят треки, подкасты и аудиокниги на Яндекс.Музыке, фильмы и сериалы на Кинопоиске, а также кэшбэк баллами в сервисах Яндекса. Один балл — один рубль. Все, как мы любим. Вместе с подпиской Плюс Мульти можно в выходные отдохнуть от учебы и провести уютный вечер под фильм на Кинопоиске, а еду заказать за баллы Плюса. Если же вдруг захочется потусить, то доехать можно будет на такси под плейлисты на Яндекс.Музыке. Переходите по ссылке в описании и получите Плюс Мульти бесплатно на 60 дней, если вам от 16 до 22 лет, или если вы студент с действующим студенческим. А далее платите 99 рублей в месяц и наслаждайтесь всеми плюсами студенчества. Я вам даже немножко завидую. Хотела бы сказать, что возвращаюсь к домашнему заданию, но нет, возвращаюсь к работе. Перекрестный допрос на подкасте, к сожалению, сорвался. Зато меня позвали на экскурсию в Союз мультфильм. И вот спойлер для тех, кто так же, как и я, думали, что в Союзе все эти годы ничего не делали, кроме, ну погоди, Простоквашино. Оказывается, там десяток с гаком проектов типа «Оранжевый корол». Горячая йога — это, конечно, стопроцентный фаворит.
месяца октября. Она великолепна. Она прекрасна, шикарная. В основном я хожу в Hot Yoga 36. Однажды, недавно буквально, я сходила на день открытых дверей в Hot Stretching в Сивкабеле. И там мне понравилось гораздо больше. Просто потому, что там немного более удобная студия сама по себе. Потому что минус в 36 заключается в том, что там и в зале жарко, и в раздевалке тоже жарко. Только-только помылся в раздевалке, и ты не успеваешь выйти и просто одеться, как ты уже начинаешь заново потеть. Не очень удобно и не очень прикольно. Что самое классное, я уже чувствую, что у меня есть хороший прогресс. Я могу вставать в многие асаны и стоять, и балансировать, и это круто. И я недавно стояла на гвоздях где-то 2 минуты. Это было интересно. В общем, в октябре у меня были такие сплошные спортивные открытия. Я купила красный помело. Не знаю, насколько он будет лучше, чем обычный, но посмотрим. Он, по крайней мере, действительно красный. Планирую смотреть фильм «Быстрее пули» с Брэдом Питтом, потому что рилсы меня довели. И я, мне кажется, уже половину фильма знаю тупо по вырезкам, которые кидают в рилс. И я не могу. Was this like a sex thing? Nope. Oh, I was kidding. Yeah, what's up? What do you need, bro? Мне очень нравится, как это все звучит в оригинале. И у Брэда Питта оказывается такой голос. Такой голос? Что не могу сдержаться, простите. Вот так вот. Еще интересный факт, я сейчас вечером шла по Невскому домой с йоги. Я прям чувствую, какая жизнь в городе вечером в субботу, потому что сегодня Хэллоуин. Точнее, на самом деле Хэллоуин завтра, но все отмечают его сегодня, потому что сегодня суббота. Какие-то танцы, веселье и смех. И я так тихонечко, у меня никаких сегодня планов нет. Я надеюсь, что все, кто отмечает сегодня Хэллоуин, они его хорошо отметят. Завтра проснутся без головной боли, никакого похмелья, никаких плохих ощущений, только хорошее настроение. Ну, у меня не было выходных, типа, вообще ни одного. О, типа, нет. Я... Офигеть. Вот, и сегодня вот я закончил, блядь, с Божьей помощью монтаж. Вот тебе и работа по найму. Фу, какая гадость. Слушай, что нового, с Марусей познакомились, записали подкаст. О, как, кстати, прошло? Слушай, да хорошо вообще. Нет, понятно, конечно, если ты вообще, не знаешь, не увлекаешься в нашу дружбу, ты так и скажи. Зато я помню твой адрес. Ладно, прошел проверку. Так уж и быть. Адрес метро, знаешь, чепуха. Производство 87 North. Какой хорошенький. Become less reactive to situations and more accepting of people's shortcomings. I was a little uncertain about coming back to work, but it's like Barry says, you put peace out in the world, you get peace back. I think you and your therapist might be forgetting what you do for a living, little ladybug. Ladybug? Mm-hmm. Your new operational name. Ladybug? Really? You don't like it? You like it? I like it. If you like it, all right. Так, это что? Это клатч? Да. Или косметичка, я не знаю. Вещь? Надо теперь придумать. Есть вариант. Мы можем сфотографировать на кухне, потому что там все полностью пустое. Да. Можем сфотографировать на фоне вот этой, как она называется, стены. Можно на кухне, на фоне гарнитура. Да, можно. Как будто бы, чтобы было хорошо, надо в разных местах попробовать. Да. Типа поставить... И можно еще потом на клей его сложить на белом фоне просто как... Да. Не на человеке, а просто как вещь. Да. That's what I wanted. Сейчас, только давай еще немножко назад. Сколько ты его вязала? Да недолго, на самом деле. С учетом того, что я просто его сидела и только все, что я делала, это сидела и вязала его. Да, но все равно это просто очень большой объем работы. Респект, я тебя уважаю. Спасибо большое. Это бесконечно. Как будто бы коричневый лучше здесь. Снимай.
Раздевайся, ёшкин матрёшкин. Здесь как-нибудь красиво. А ты вот так останься и, может быть, облокотись. Да. Спасибо большое. Крайне обнимашки. Спасибо большое. Да, спасибо за помощь большое. Спасибо за помощь. Спасибо, что веришь в меня. Спасибо, что помогаешь. Спасибо, что вы есть. Взаимно. Спасибо, что есть там самолет. Да, спасибо, 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 спасибо. А это был, по-моему, шарф. Да, это надо будет еще шапку сделать из этой папи. Вот эта вся тонкая, это зачем? Я тут случайно в ту сторону. Как ты хороша. Спасибо. Ну как ты хороша. Я буду есть тост с авокадо и с сыром и зеленью. А ты хочешь что-нибудь? Потому что ты супер, Аленчик, ты супер. Как ты относишься к сыру Маздам? Я по всем сырам отношусь прекрасно, я обожаю сыры. Любое блюдо, в которое добавить сыр, оно всегда станет лучше. Mm. Ну да. Вот тогда действительно, в таком случае они действительно переоценены. Тоже верно. У меня еще сегодня йога. В 7 часов. Кундалини-йога. Они все называются по-разному. Я в целом запомнила, что мне подходит хатха. Бикрам. К бикраму надо подготовиться заранее, потому что он такой энергозатратный очень. А кундалини я не пробовала. Сыр очень вкусный. Просто туплю. Не могу поддержать разговор, потому что я... Я вчера начала смотреть «Джеффри Даммер». О. Ну да, с этим актером, который во всех этих сумерках, хотела сказать, играет. Ну, во всех страшилках из американской истории. Выяснено несколько фактов. Во-первых, если мы где-то тусим, и к нам подкатывает какой-то чел, который такой весь супер загадочный, супер молчаливый, безэмоциональный, все как мы любим, вот это вот red flag на red flag, это значит, что это red flag, и мы с ним не общаемся, даже если он нам покупает очень дорогой коктейль. Это раз. Далее. Если так произошло, что мы все-таки с ним продолжили наше взаимодействие, потому что, например, какая-то часть нашего тела подсказала, что мы не можем остановиться, и если он в этот момент предлагает поехать к нему и что-нибудь поснимать, например, потому что он фотограф, мы этого не делаем. Если ты хочешь определенных взаимодействий, так и скажи, но ехать сниматься нет, 100% нет. Если так получилось, что опять-таки наше тело нас подставило, и мы в итоге оказались у него дома, и дверь закрываем не мы, это плохо. Можете попрощаться со всем, что есть в вашей жизни. Далее. Если мы уже упустили этот момент и прошли дальше, потому что мы безумные абсолютно. Мы ничего не пьем из чужих рук. Ничего. Мы наливаем сами. Мы должны четко знать, откуда этот напиток, у кого он был в руках, и никто ничего туда не подсыпал. Если нас еще раз подставило наше тело и не подало знак, но в целом, не знаю, отправляем сообщение друзьям, как мы хотим, чтобы нас похоронили. Сфотографировали сегодня все вязаные вещички на сайт. Они станут доступны для покупки в пятницу, тогда же, когда и выйдет этот видос. Я сейчас буду обрабатывать фотографии, но они мне так нравятся. Я так рада, что я в этот раз не сама делала вообще все, а что у меня был помощник в виде Алены, за что ей безумная благодарность. Спасибо ей большое. Что самое важное, когда она надела вещи, которые я связала, я на них вообще другими глазами посмотрела. До этого я смотрела и думала, так, ну вот тут можно было получше. В общем, мне все это не нравится. Мне кажется, я делаю какую-то фигню. И потом она надевает, и я думаю, блин, я такая молодец. Просто когда ты наедине с тем, что ты делаешь, и ты, грубо говоря, один на один взаимодействуешь со своим творчеством, в какой-то момент замыливается глаз, и ты вообще перестаешь воспринимать адекватно, что ты своими ручками делаешь. На Алене так все хорошо смотрелось. Да, естественно, дальше я буду делать лучше, потому что у меня улучшается навык постепенно, у меня улучшаются какие-то дизайнерские способности, я начинаю хотеть сделать какие-то более сложные вещи. Понятное дело, что это всегда разговор о каком-то прогрессе, но сегодня, благодаря помощи Алены, я смогла просто выйти из вот этой комнаты, в которой я всегда сижу и вижу, и посмотреть на свой результат работы другими глазами, с другого ракурса, и, черт возьми, порадоваться. Я очень надеюсь, что вам тоже понравится то, что я сделала. Да, это не какая-то супер огромная коллекция, она достаточно селективная, но
Я очень рада. Все мои вещи будут вот на этом сайте. Также я буду дропать что-то в Инстаграме. Я думаю, что дальше больше и дальше круче. Я очень жду зиму, потому что мы разговаривали с Аленой о балаклавах. Алена делает великолепные балаклавы. На самом деле, мне кажется, я этого не рассказывала. Алена очень сильно повлияла на мое желание вязать спицами. Мы с ней достаточно долго были подписаны друг на друга до того, как мы начали плотно общаться. Я увидела у нее историю, где она сидит в университете. Мы тогда еще обе учились в университете. Она сидит на паре и вяжет балаклаву. И я на это посмотрела, и меня это так как-то поразило, зарядило. В общем, для меня это было чем-то таким новым и таким интересным, и таким захватывающим. И мне так понравилась вот эта картинка, в которой она полностью погружена в свою работу, и она готова этим творчеством заниматься где угодно. Я после этого поняла, что все, я сейчас сажусь, и я учусь вязать спицами. И я, как видите, научилась. И теперь я очень надеюсь, что и вы увидите эти великолепные балаклавы, потому что я, честно, я в восторге. Каждый раз, когда Алена приходит вязать ко мне балаклаву, я говорю... She's my friend, you know? She's my friend. Черт возьми, жить это круто. Все. Обрабатываю фотки, потом йога. Ай, сладкий сон. Моя продуктовая корзина. Замороженная стейковая форель. Морковь, потому что я не могу жить без моркови, мы это уже поняли. Смесь для смузи. Банан, клубника и черника. 2 авокадо. Листовой салат для 2 авокадо. Хлеб для листового салата и 2 авокадо. Хумус для хлеба. Сыр для хлеба. Филе грудки индейки на случай, если мне не хватит сыра и хумуса для хлеба. Редиска на просто пожевать. Макароны спирали, миндальное молоко для кофе, гречишный чай, потому что я на него подсела, замороженные брокколи для стейка форели, протеиновый батончик на случай, если мне будет лень готовить форель, гель для умывания на случай, если мне нужно будет вечером умыться. А мне нужно будет вечером умыться. Все эти продукты я заказала в Самокате. Самокат — это онлайн-магазин с доставкой свежих и качественных продуктов. Чаще всего я заказываю в Самокате фрукты и овощи, потому что их привозят свежими и вкусными вне зависимости от времени года. А в дни, когда я не успеваю сходить за продуктами для завтрака или обеда, я заказываю свежие круассаны с фисташками от Самоката или же гранолу с йогуртом. У них чистый и натуральный состав без добавления всякой химии, а для меня это важно. В самом приложении Самоката более 2000 товаров, в том числе с классными продуктами от самого Самоката, которые вы больше нигде не найдете, как этот гречишный чай или этот вкуснейший хумус. А в разделе «Скидки недели» всегда собраны товары из разных категорий со скидками до 50%. Например, 15% на кондитерские изделия и 20% на сыры. Кстати, вот один из них. Очень приятно попадать на такие скидки и баловать себя чем-то новым. По моему промокоду коду «Привет, Полинка 5» вы получите скидку 20% на первый заказ от 800 рублей. Скидка действует в приложении, а ссылку на него я оставила в описании. Thank you.
Я не могу выбрать. Все. Ну хотя бы два уже хорошо. Да.